Вот то, что осталось, это танк под Путиловским мостом, который похоронены. Вот они, отбойники. Вот так есть. Вон, смотрите, даже на танке стоит ПКВТ, да, и не сняли, потому что я думаю, что он уже не подлежит восстановлению. Так бы оружие не оставили. И вот фугасы. Вот прям посмотрите, с головкой, живой. Танковый снаряд полностью целый, живой. Еще подогретый, я думаю, был. Неплохо.